ждем Чебурашку. Представляете, он почти все планеты облетел. И когда он прилетит, мы спросим его, а на какой планете ему все же лучше понравилось? О, смотрите, Чебурашка летит. Смотрите, какой у него красивый самолет космический в виде дракона. Привет, Чебурашка. Привет, Гена. Как у тебя дела? Да у меня нормально. А вот ты скажи, как у тебя дела? У меня нормально. А как долетел? Ну, я, короче, на Марсе подзаправил своего дракона, на Луне покушал. Классно было. Там как раз еще была акция. Классно. На тебе чайку покушай. Еще чебуречи поешь еще. Вот они. Вкусняшки. Спасибо. Очень вкусно. А вот ты скажи нам на один вопрос ответь. Как тебе понравилось на других планетах? На какой все же лучше? Да мне больше понравилась наша планета. Почему же? Потому что на нашей планете есть атмосфера, а на других нету. Как это же? Да потому что у нас все есть, у нас все классно. Все так весело. А там почему же нету? Да, к сожалению, нету. У нас все-таки же лучше. Мне очень здесь понравилось. Это самая лучшая планета, которую я видел. Классно. Друзья, давайте беречь нашу планету дружно и все вместе. Ну вот и сказочки конец. Новый год отметили. Ну что, пошли работать. Всем пока!